газовый котел ECA Турция 24 кВт Гелиус Плюс. Двухконтурное исполнение, закрытая камера горения, монотермический, то есть раздельный теплообменник. Теплообменник основной медь, горячее водоснабжение, нержавеющая сталь. Вся разводка внутри медная. Гидрогруппа латунная. Железобетонная плата управления. Надежная турбина FIME. Качество сборки на высочайшем уровне. Все это про модель ACA Helios Plus. Турецкий производитель, надежный, делает большой обширный модельный ряд газовых котлов. Данная серия производится в минимальной мощности 11 кВт, далее 13, 16, 20, 24, 28 и максимальный 33 кВт. Все котлы в двухконтурном исполнении, отопление и горячее водоснабжение. Габариты данного котла. Высота 72 см, ширина 40 см, глубина 33 см, вес 32 кг. Обращаем внимание, вес подчеркивает, из каких комплектующих сделан котел. В данном случае медная разводка внутренних комплектующих, латунная гидрогруппа и все основные узлы надежные, добротные. Это крайне важно. Это срок службы в целом котла. Поподробнее рассмотрим котел. Для того, чтобы увидеть внутренние комплектующие, мы раскрутили закрытую камеру сгорания и можем вам продемонстрировать теплообменник. Основной теплообменник котла 24 кВт изготовлен из меди с покрытием напыления. Также мы видим газовую горелку Полидора с одним датчиком ионизации, электрод розжига. Все трубки подвода отопления и обратки сделаны из меди. Сразу бросается в глаза. Отвод продуктов сгорания в котле закрытого типа производится турбиной производителя мирового бренда FIME. Присостат в данном котле находится сзади котла. В большинстве производителей его выносят внутри корпуса, а в данном случае присостат расположили сзади. Трубка справа мы видим, которая выводит конденсат к присостату, давление. Дымоход коаксиальный 60 на 100 входит в комплект поставки. Расположение дымохода предусмотрено как заднее, так и боковое. Слева-справа есть отдельные патрубки подключения, если вы хотите выводить дымоход в сторону. Также данный котел предполагает возможность вывода дымохода даже вверх. Но для этого необходимо заказывать отдельный адаптер и отдельный комплект коаксиального дымохода для верхнего расположения дымохода. Обращаю внимание, что данный завод дает гарантию 5 лет официальную заводскую на свое изделие. Это подчеркивает качество применяемых в нем комплектующих. 5 лет заводской гарантии. Подробнее рассмотрим нижнюю часть котла. Внизу мы видим по центру газовый клапан Sigma 845, самая распространенная модель. Справа мы видим циркуляционный насос производства ECA трехскоростной 0,23, 0,28 и 0,33 кВС. Соответственно, 55, 65 и 75 Вт мощности. Данный циркуляционный насос в добротном металлическом корпусе с пластиковой задней частью улитка. Левее мы видим латунную, подчеркиваю, не пластиковую, не силуминовую, не алюминиевую, а именно латунную гидрогруппу. Это очень важно. Надежная латунная гидрогруппа. На ней же находится сервопривод, чуть выше черненький, и красная крышечка – это клапан безопасности. В самом низу мы видим теплообменник из нержавеющей стали. Плата управления ECA. Защита от высокого напряжения, от низкого напряжения, от перепадов напряжения. Управление котлом производится очень интуитивно понятным, простым, надежным способом с помощью крутилочек. Самая крайняя левая крутилка – это управление горячим водоснабжением. По центру – управление отоплением. И крайняя справа – это переключение режимов работы. Вот в данном случае режим включен выключить котел. Если мы переключим левое положение, мы переведем котел в зимний режим, то есть когда котел работает и на отопление, и на горячее водоснабжение. Если мы перекрутим рычажок вправо, то мы получим летний режим, солнышко нарисовано.
Летний режим – это только горячее водоснабжение. Подключение котла, патрубки снизу расположены все в один ряд. Это очень важно и удобно. Колпачки надеты, мы можем понять, что за что отвечает. Красные колпачки слева – это самая крайняя левая резьба, наружная, трехчетвертная – это подача отопления. Далее следует полдюймовая резьба, горячее водоснабжение. По центру трехчетвертная, обращаю внимание, не полдюйма, как в других газовых котлах, а именно три четверти подключения газа, желтый колпачок. И правее мы видим синие колпачки, это обратка. Соответственно, самая крайняя правая резьба, трехчетвертная, это обратка системы отопления. И чуть-чуть левее, это резьба полдюймовая, горячее водоснабжение. Все патрубки на одной линии. Расстояние между каждым из патрубков составляет 65 мм. Данный газовый котел в белом корпусе всегда есть в наличии у компании «Тепло без газа». В комплект поставки входит монтажная планка и комплект крепления дюбеля и болты, чтобы закрепить его на стене. Коаксиальный дымоход также входит в базовую поставку. Качественный турецкий котел с 5-летней заводской гарантией ECA Gelius Plus. Полный модельный ряд есть в наличии у компании «Тепло без газа». Может быть приобретен за наличный расчет, безналичный расчет, кредит, рассрочка, наложенный платеж. Можем произвести монтаж под ключ вашей системы отопления с гарантией. Задавайте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всегда рады обратной связи.